Спасатели готовятся прийти на помощь людям, провалившимся под лед. Пока таких случаев этой осенью не было. Сколько времени есть у человека, попавшего в полынью? Что делать, чтобы не оказаться в воде? Александр Сульдин наблюдал за тренировкой спасателей. В районе Обской переулок 33 человек провалился под лед. На сборы полминуты. Времени у спасателей меньше, чем у солдат, поднятых по тревоге. Человек в проруби долго не продержится. Как вода? Нормально. Температура воды плюс 2 градуса. Человек в обычной одежде может выдержать всего 10 минут. Счет на секунды. На этот раз люди победили. Вытягивай! Спасатель Сергей Калашников в гидрокостюме. Хоть 6 часов может в полынье просидеть. Но страх, говорит, все равно есть, когда представляешь себя упавшим в ледяную воду рыбаком. На кромку, да, шире руки. Чем шире, тем лучше. И ползком, ползком. Нельзя иметь на себе рюкзаки, буры. Все это надо сразу избавляться от этого. Впрочем, рыбакам помощь нужна редко. Спасатели припоминают, лет 6 назад выручали группу любителей посидеть с удочкой. Тогда льдина развалилась через пару минут после того, как с нее сняли людей. Чаще в воде оказываются прохожие и экстремалы. Наверное, года 3 назад наспор одна девушка по льдинам прыгала в районе лесоперевалки. Не удержалась на одной из них, провалилась. Та девушка осталась жива. В ноябре спасатели еще ни разу не выезжали на подобные вызовы. В основном напоминают рыболовам правила безопасности. Пешней нужно наносить удары перед собой, не прилагая усилий. Если таким образом вы пробили лед, дальше идти не стоит. Лед там слишком тонок, и вас он точно не выдержит. А вот такое вот нехитрое приспособление, напоминающее скакалку, позволит удержаться на краю полыни до приезда спасателей. Александр Сульдин, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.